Вас приветствует Алена Ариес. Подробные предсказания смотрите на моем канале Алена Ариес. И там же вы найдете контакты для записи на личную консультацию. А теперь, девочки, шок. Неожиданный поворот событий в вашей жизни. И действительно неожиданный. Сейчас пока вот полная неопределенность. Что же это за неожиданный будет поворот событий в вашей жизни? Вот действительно, неожиданный, резкий, абсолютно поворот. Это может быть неожиданно резкая смена работы, смена направления бизнеса или партнеров по бизнесу. Для тех, кто работает, девочки, неожиданно все равно что-то поменяется. Либо вас неожиданно отправят в командировку, либо... Да, может у вас еще начальство поменяться, прям резко неожиданно. Может быть реорганизация неожиданно. Это для тех, кто работает. Для тех, кто работает, еще может быть неожиданно вас действительно отправят на обучение, чтобы потом как-то повысить в должности или добавить вам какие-то дополнительную нагрузку, может быть, или дополнительные обязанности. То есть, вполне возможно обучение. Но обучение – это тоже командировка в целом, да. Ну, тут и повышение в должности тоже возможно. Но через обучение или через повышение квалификации. И будет это действительно резко и неожиданно. Что касается личной жизни. Неожиданно резко у вас появится мужчина из прошлого. При всем при том, что либо у вас сейчас, вы сейчас в отношениях, появится вот как раз из прошлого какой-то мужчина очень неожиданно и резко, да, и, естественно, будет пытаться поменять вашу жизнь, изменить вашу жизнь. Вот. Или же, смотрите, у вас еще параллельно появится какой-то серьезный мужчина, очень серьезный для серьезных отношений. То есть мужчин вижу двоих. Так что смотрите, в ближайшее время мужчин будет двое. И если сейчас никого нет, то оба появятся, и причем вообще неожиданно для вас. Вот. Ну а те, кто в паре или в браке, появится второй мужчина. Да, те, у кого роман на расстоянии, примчится ваш мужчина неожиданно, причем с серьезными намерениями.